Начнем выпуск, пожалуй, с самого обсуждаемого за последние сутки ДТП у Дома Печати. Там столкнулись Nissan X-Trail и мотоцикл Honda. Водителя байка с тяжелыми травмами увезли в больницу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения. Детали в нашем первом материале. На кадрах видно, оба ехали на зеленый. Водитель Nissan X-Trail поворачивает налево. В этот момент на огромной скорости в него врезается мотоциклист. От удара водителя Honda даже подбросило над байком. По предварительным данным, 52-летний мужчина-водитель автомобиля Nissan X-Trail при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом Honda. В результате происшествия 46-летний мужчина, водитель мотоцикла Honda, получил травмы. Насколько был сильный удар, можно судить по изогнутой двери кроссовера. На место ДТП первыми приехали сотрудники ДПС. Затем наряд патрульно-постовой службы, медики и сотрудники МЧС. Морально поддержать своего знакомого приехали и другие мотоциклисты. Кстати, незадолго до этой аварии на улице Профсоюзной произошло похожее ДТП. Volkswagen Passat поворачивал налево, и в него врезался мотоциклист на Хонде. Последний с травмами обратился за помощью медиков. Сотрудники госавтоинспекции Кировской области напоминают о том, что, приближаясь к перекрестку, водителям необходимо обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофора. В соцсетях мнения о виновнике ДТП разные. Одни считают, что мотоциклист превысил скорость, другие, что водитель X-Trail не пропустил встречный байк. А кто-то думает, виноваты оба. Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются следователи. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Евгений Окишев. Место происшествия.